В провинции Хайнань представители китайских нацменьшинств из народов Ли и Мяо отметили традиционный праздник Сань-Юй-Сань, который состоялся на третий день третьего месяца по лунному календарю. В городе Уджишань прошли различные мероприятия в честь праздника. На фестивале представили народную музыку, танцы, песни и другие традиционные развлечения. На празднике были как представители народности Ли и Мяо, так и туристы из других провинций. Это мой третий визит в деревню Маона города Уджишань. Сегодня я приехала сюда специально на фестиваль Сань-Юэ-Сань. Сюда стоит приехать, чтобы увидеть красивые пейзажи и почувствовать богатство этноса и фольклора, которые мне интересны. Я желаю моим соотечественникам из народности Ли и Мяо всего самого наилучшего. Танец выражает пожелание безопасности всем людям и животным на земле. Он также символизирует национальное единство. В скором будущем мы отправимся в турне по разным городам и деревням, чтобы больше людей узнали о наших танцах и нашем культурном наследии.